Сквер имени Апака Байжанова стал настоящим подарком для жителей Новой Узенки. Новое место активного отдыха для взрослых и детей торжественно открыл глава города Баужан Абдишев. Нужно отметить, что новый сквер имеет свои особенности. О них расскажет наш корреспондент. Сквер действительно особенный, поскольку такого количества спортивных площадок не имеет ни один парк в Караганде. Еще недавно здесь был заброшенный пустырь, а сейчас футбольные, волейбольные, баскетбольные поля, лыжероллерная трасса и детская площадка. В этом году немалая работа была проделана по благоустройству Октябрьского района, отметил аким города Баужан Абдишев, открывая сквер. Вы знаете, что было в этом сквере буквально незадолго, но мы все постарались это место превратить в излюбленное место наших горожан, нашего будущего поколения, наших детишек. Здесь созданы все условия для массового занятия спортом. Я убежден, что каждый из вас и каждый из нас, приемлемо применяя и сохраняя все, что есть, мы вырастим из этих малышей будущих чемпионов Олимпийских игр, будущих чемпионов мира. В рамках благоустройства здесь асфальтированы дорожки, уложены брусчаткой тротуары, установлены скамейки, проведено освещение. На все про все из городского бюджета было выделено более 50 миллионов тенге. Местные жители такому подарку от властей не нарадуются. Ну, наконец-то у нас есть где погулять, заниматься спортом, с детьми прийти куда-нибудь. Удобно стало, детям есть где поиграть. Чисто, освещение поставили. Район большой, а отдыхать людям негде. Очень хорошо. Очень красиво сделали. Нам очень понравилось. Мы с другого города приехали, нам очень понравилось. Мы тоже хотим, чтобы в нашем городе тоже так же было красиво. Здесь вообще хорошо. Сделали футбольную площадку, открыли все. Здесь Аким еще хорошие слова сказал. Вообще это хорошо стало. Большое внимание уделили областной лыжной школе, находящейся неподалеку. Тренироваться и зимой, и летом отныне спортсмены смогут прямо в сквере, на новой лыжероллерной трассе. Это огромный вклад в развитие лыжного спорта, говорит старший тренер области по лыжным гонкам Ярослав Клеменок. Конечно, сразу же повысится и мастерство, и массовость. Дети, видя, как мы занимаемся здесь лыжероллерами, лыжные гонки, футбольные площадки, то есть и проблем никаких у нас с набором не будет, тут никаких условий не было. А сейчас все сделано, и силовая площадка. Ну, то есть мы очень счастливы. Спасибо большое Баужан Туйтевичу, конечно, за такую проделанную работу. Мы ему очень благодарны за это. В рамках фестиваля здоровья в новом сквере состоялись соревнования по мини-футболу, волейболу и баскетболу среди команд общеобразовательных школ и дворовых клубов поселка Новая Узенка. Для местных жителей была организована концертная программа. Неподалеку расположилась мини-ярмарка. Овощи, фрукты, молочная продукция и мед специально для новоузенцев реализовывались по ценам ниже рыночных.